4 минуты было, что ли. Чтобы вы не поняли, о чем речь вообще. Кум бросил пить, что за нелепая картина. Звучит как парадокс, оксюморон. Но все равно, папа римский стал раввином. Или Билл Гейтс купил себе айфон. Кум бросил пить, об этом написал Financial Times в разделе новостей. И в миг упали акции Кристалла и производители текилы всех мастей. Мы водку пьем, живем в чату и мраке, а он типа идет в музей и на балет. И типа он как будто бы во фраке, а мы типа в трениках, да, и в майке без штиблет. И вот придет он с этого балета, мизинчик оттопыря кофе пьет. И говорит, Брюлов считал, что Рубенс глубже Тинторетто. А я говорю, считаю, что наоборот. Ты рядом с ним, как прокажен. Ты лилипут, а он Гулливер. И говорят наши жены, берите с Мишеньки пример. Глядите, говорит, Миша позитивен. И мы глядим, смотрим противно, но поучительно весьма. Алексей Кур, а сударь говорит, вас-то не надо. То есть скажет, оставьте пустяки. Вчера сказал, но блесоплю, убил бы гад. Ведь раньше были только матюки. Раньше было Ленечка и ноги. Как былинный персонаж. И жены прятали мужей, детей, спиртной. Но глупых жен он брал на абордаж. Весь положительный, больно нравственный, красивый. Чистейший прелесть, чистейший образец. Еще чуть-чуть возьмут в единую Россию. Какой бесславный, бессмысленный конец. А все почему? Да все от зависти. Конечно, мы все завидуем ему. А ведь и мы могли бы тоже. Да нет, сила духа только в том. И зависть, зависть душу гложет. А мы от зависти и пьем. Он смотрит на нас и морщится, как можно отдать эту хрень. Ему, конечно, хочется, но все, мы говорим, брат, а ты че? Нет, ты тут прикрепи. Как все-таки полезно и разумно перед собой иметь пример и идеал. И все досты теперь мы пьем за кома, и чтоб он парламент не дай бог, не разбежал. Михаил Макович, Николай Григорьевич.